Ученики Зареченской школы искусств успешно выступили на международном фестивале-конкурсе исполнителей на клавишном аккордеоне «Аккордеониссимо». Михаил Хохлов стал лауреатом второй степени, а Сергей Соболев – лауреатом третьей степени. Финальный тур проходил очно в городе Уфа. Его участниками стали 64 конкурсанта. Аккордеонисты под руководством преподавателя Миры Валерьевны Власовой достойно представили Подмосковье, Одинцовский округ и родную школу искусств.